Распорядитель лично отбирает бойцов для арены. Он знает, что публика любит пострашней, но вас же ничем не испугать. Охота за головами вернулась. И в этом видео мы испытаем боссов арены на прочность. Посмотрим, как они выдержат СВД-винтовку в топ-сборке. Погнали! Какое музло! Нагнетающее! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем выживать в Last Day. Опять пропустил новое видео? Просто подписывайся, чтобы не пропускать. А еще есть телеграм-канал. Найти его очень просто. В описании видео нажимаем «Телеграм». Уникальный контент, который ты увидишь только в телеграме. Регулярные анонсы всех стримов, роликов, розыгрышей, новости по играм, в которые мы играем. Конечно же, пароли от бункера Альфа по игре Last Day. Ну и чат подписчиков Печка ТВ. В общем, скучно не будет. И у меня для тебя хорошие новости. Арена вернулась, и на первый взгляд все плохо. Событие длилось всего 3 дня. На момент выхода видео остался последний день. Но хорошие новости заключаются в том, что как далеко ты дошел, так она и сохранилась. Это значит, что все эти награды заберут все. В итоге придут вот к этому бесконечному набору и будут фармить его. Ну то есть, ты получишь все самое ценное, включая гниющую плоть и рюкзак конечности. Мне кажется, это шикарные новости. Ну а теперь поехали. 3 босса, 3 негодяя и 1 СВД. Существует, конечно же, абказ за золото. Урон выше, урон врага ниже. И вот такая. Враг на арене будет сильней, а награда за победу больше. Ё-моё. Давай для начала зачистим просто так. Да, напомню тебе. Легко, нормально, сложно, кошмар. Ну, соответственно, если кошмар, то кошмар. Ха-ха-ха-ха, блиночки. Чё, ты капец. Ну, вот этот кошмар вообще не кошмар. Это такой нежный парень. Поехали. Я взял, значит, 9 СВД и одну фантастическую винтовочку. Блин, растворитель это такой парень, да? Он как бы растворяется. Батл только начался, а он уже исчез. Растворился. Теперь давай усилим его. Было 50 ухов, да? Сразу тебе говорю, усиление лучше не юзай в плане экономии золота. Почему? Всего 25 ухов добавили, да? 268. Ха-ха-ха. Мужчина, ну покажи, покажи мне, на что ты способен. Молодец, задел. Оу, еще чуток задел. Вообще не понял, да, что там. Ладно, поехали дальше. Сид и Нэнси, самые жесткие чуваки. Нельзя убивать одного, пока жив другой. Да ты че, ёб, серьезно? Ты давай это. Так, все, мы готовы наказывать. А ты, блиночки! Слушай, да, с этой винтовки можно не позволить ему отжираться, да? Смотри, какой ёб негодяй. Слышь, чувак, ты поел? Я рад, что ты пожрал, блин. Блин! Так. Мужчина, ёб, ты меня пугаешь. Что за дела-то, а? Да пофигу на твою обилку. Как-то некрасиво вышло, да? Слушай, да, неприятная личность. А еще он бронированный, потому что я вторую добил. Ты понял, что? Вообще грязь. Да, вот это самые сложные чуваки, я тебе сразу говорю. Почему? По всему они самые сложные. То, что бронированные. Да уж. Ну чё, реванш, да? Ну да, вот эта винтовочка, вот, ну не очень она вот сама по себе, короче. То есть ее надо с чем-то, да, вместе. Да понятно, понятно, ёб, мужчина. Я чуть не всосал, кстати. Главное не попасть в этого хуйненького. И пошла жара. Нет, 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 не уходи. Не успел отъесться. Хо-хо-хо-хо, ёб! А куда мадемуазель побежала? Она побежала его жрать.
Они как бы пара, да? Один падает, другой другого жрет. Гадость как! А что ты хотел? В штаны серят, едят друг друга. Ёп, это ж кожееды. Слушай, давай закрепим результат. Вот эти самые сложные чуваки. Но все, как бы, выход найден, да? Вот так, раз. Вот так, два. Сразу на Нэнси, потому что этот прыгает, дергается, как ненормальный, ёп. Все, Нэнси не трогаем. Все, Нэнси не трогаем. Брони нету. Оу! Ах, какие вы негодяи. Ну, броня слетела, это вообще отдельная тема. Ну, ладно, чё, бывает. Тебя опять всосал. Чё, смешно, да? Ну, есть чуть-чуть. Желтый, я тебе сейчас вилку в глаз воткну и лицо обглодаю. Понял? Я пошутил, хозяин. За такие шутки в зубах промежутки. Ну, понял, понял, ну все, чё ты? Ну, ничего. Блин, у нас тут батл серьезный. 3 копейки свои вставляет. Слушай, если ты умер, это не страшно, да? Главное, чтобы у тебя не было дома вот такого подсиралы снеговика. Кстати, на Новый год ты такого сможешь получить, да? Недавно попался мне комментарий. А у меня снеговик не разговаривает. На что я и ответил. Это очень хорошо. Если он у тебя заговорит, это будет означать только одно. Ты переиграл. Что-то там про свежую кровь, да? Чё свежая кровь? Иди готовься к бою. Да блин, мужчина, я как бы без вас разберусь, чем мне заниматься здесь. В общем, да, смотри. Если ты все-таки будешь объединять автоматики, будет покруче, да? Давай, все, последний реванш против этих говноедов и нормалды. Ну, прикольная винтовка, но если ее соединять типа с автоматиком, будет получше. Скорость бега с ней очень небыстрая, да? Из минусов. Вот смотри, если я критану ее, она сосет. Фу, блинчики. Ха-ха-ха! В общем, да, да. Не даем им отъедаться и вообще изи. Кто дальше? Кровоглотик. У тебя, блинчики, кровоглотик. Кровоглотика бить сразу нельзя, надо ждать, пока он воткнется башкой в стену. Если он это сделает в бочку, будет вообще восторг и безобразие. Вот так, вот так, вот так. Кручу-верчу, видел, да? Бам! Бам, ёп! До свидания, кровоглот! Ну, не знаю даже, что тебе сказать. Парень хороший, но очень просто винтовка разрывающая. Да-да-да-да, слышали мы это. Ой! Ой, ёп! Финальный ой, давай. Оу! Прям в кустах наказали. Пойдем посмотрим, что по наградам у нас тут. Забрать 3 чемодана, блин. Че за чемоданы? Когда ты дойдешь до финала и будешь фармить только эти чемоданы, пойми меня правильно. Это грязь. Это очень крутые ящики. Давай их проанализируем. Это говно. Пружина не говно. Алюминиевые пластинки, ну так себе, но тоже нужны. Линза. Стальные пластины. Заводские детали. Да, я согласен с тобой. Здесь не хватает карбона, чтобы он совсем шоколадный ящик был. Но так тоже круто. И ты будешь получать вот эти вот награды все. 6 ящиков получил. Плюс рандомно будут выпадать модификации. Мне кажется, это офигенский ящик. Чисто для сборки модов. Вот прям вообще то, что доктор прописал. То есть 6 гарантированных наград сверху. Это самое важное, да? Ну и нижние рандомные будут падать. Сколько-то в определенное время упадет. Слушай, ну что, мы все посмотрели, да? Усилять этих бомжей. А что их усилять-то, ёб? Что их усилять? Они сильно особо-то не изменятся, да? Сид и Нэнси, ёп, ну Сида и Нэнси усилять вообще, блиночки, дерзкие ребята. Давай, кровоглотик. Вот это я в бронь, значит, кровоглотику засадил только что, ты понял, что? 107 урона, грязь, вообще, где? Винтовка просто восхитительная. Давай еще разули, успеем? Не успел. Ну давай еще здесь чуть-чуть. А что это ты делаешь? Ну, прикольно. Кручу, верчу, запутать хочу. Ой, блинчики. Ой, бегу, бегу, ёб. Ха-ха-ха, блин. Ах ты негодяй какой. Чё изменилось? Я даже не знаю, уровень ХП у него вырос, да, чё-то типа того.
Ну и если уж такая жара пошла, давай всех усиляем. Давай ведьмочку усилим. Ну ты понял, да? Бой стоит 25 золота. И усиление 25. Но добавляют всего 50%. И чё? Ну это невыгодно, короче говоря. То есть я тебе не рекомендую усилять без вариантов. Максимально невыгодно. Да до свидания вам. Блин. Ну смотри, давай еще раз этот момент посмотрим. Провел поединки бесплатные в день, да? Дальше за золото. Бой стоит 25 золота, 50 ухов. Усиление стоит 25 золота, но ухов будет не 100, а 75. Соответственно, ничего усилять не надо, ёб. Вот что соответственно. На мне насрать вообще. Ну как бы чуть-чуть больно, да, он вот это растворяет. Но так в целом пофигу. Это самый простой парень, реально. Растворитель самый чикарный мужчина. Давай, финальный батл против самой жесткой парочки, еще и на усилении. Они не на кошмаре и хорошо. Были бы на кошмаре, был бы вообще жесть. Сид и Нэнси, уровень сложно, усиленные. Поехали. Уровень ХП больше, атака больше. Абилочки, я так понимаю, они больше начинают юзать. Да погоди ты, ёпт. Блин, ну хорошо, да, в военный комплект брони прям попадают. Так, все, Сид, мужчина, вам пора. И вам пора. Нет. Давай. А, все, озверело, да, бронировано. Да блин, ну ты че, серьезно? Минус один хп. Ну как бы, если знаешь схему, как с ними сражаться, то все нормально, да, ничего сложного не будет. Как тебе СВДшечка? Хороша. Но если вот так и вот так вот менять, то лучше. Да, вот этот FN-скар с патронами-зажигателями будет куда круче. Ну а с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот небольшой видос. Если понравился, не забудь оценить лайком. Ты еще не со мной? Тогда подписывайся на канал. Ролики как выходили, так выходят каждый день. На Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. И, конечно же, не забывай про наш Телеграм-канал. Регулярные анонсы всех роликов, розыгрышей, стримов, новости по играм, в которые мы играем. Уникальный контент, который выходит только в Телеграме Печка ТВ. Ну и, конечно же, чат. Круглые сутки. Удачных тебе зачисток на арене. Пока-пока.